Всем еще раз добрый вечер. Я уже пожалел, что я слил все свои снаряды в 376, и что у нас... Что я вообще не уснул. Просто тут такой контент намечается. Смотрите, у нас 7225, все три отстают на 150 тысяч сверху. Нас атакуют все три клана. Но мы изменили вектор своей атаки. Теперь наша цель не 376, а сделать так, чтобы 374 остался. В самом низу. Возможно, в дальнейших видео я объясню, с чем это связано. Сейчас пока не буду объяснять. Пускай это останется тайной. Но 374 сервер – наша приоритетная цель. Так что, вы сами видите, 53 минуты остается. Так что давайте смотреть, чем это все закончится. Тоже, дорогие друзья, остается 11 минут. Начинается самое интересное. Сейчас все будут строить и все будут рушить. Вопрос в том, кто что будет рушить. Будут ли 376 рушить там? Или будут просто строить? Честно, очень сильно хочу спать. Время 15:05. Но я не могу сейчас уйти и просто не досмотреть то, чем это все закончится. Тут реально прям очень интересно. Только что на 200 тысяч 376 оставалось. Сейчас осталось всего лишь 130. 130 тысяч — это 1300 молотков. Это вообще мелочи. К тому же они будут все апать в последние 5 минут, поэтому на это однозначно стоит посмотреть. Ну что, давайте смотреть. 9 минут, 130 тысяч, смогут ли они осилить или нет 376 сервер. Бах, по 374 еще обстрел идет. Вообще красота-то какая. Так, 373 немножечко активизировался. Но я думаю, 373 вообще не соперник, так же, как и 374. Но 374 я хочу, чтобы остался на четвертом месте. Это прям цель. Сейчас будем следить за 376. Смогут они нас обогнать или нет? У них так-то 140 тысяч им нужно набрать. Это приличная сумма. Остается 8 минут. Сейчас будем смотреть. Я думаю, первые два сервера, 373 и 374, просто отваливаются. Давайте наблюдать за картиной, чем это все закончится по итогу. Что-то нифига не, да? 10%, надеюсь, мне хватит на 8 минут. Так, что там остается уже 70 тысяч, что-то они как-то это скаканули, да? Я просмотрел тот момент, когда было 100 с лишним. Смотри, как строят активно. Молодцы так-то, конечно. Но у них реально активный сервер в плане доната. Он у них очень сильно донатный. Они там прилично накопили молотков. Они нас сейчас реально обгонят. Не, я как бы не против. Меня второе место, в принципе, устраивает. Жесть. Быстро они 200 тысяч сократили, однако. На 20 тысяч разница. Вообще просто ничто. Это 200 молотков. Я 600 молотков пускал до этого за раз. Я думаю, у них там этих игроков целая куча. Нифига их там запустило, как много. Просто полетели. Уже обогнали надо. О, жесть какая. Чего мы так сильно просили-то? Потом такой.
Такое чувство, что не из танка, а из гаубицы какой-то выстрелили там. Бомбардировочный удар был. Капец, полтус уже проигрываем. Внутри 7-6 активно так начали набирать. Давайте посмотрим по журналом уничтожения 373. Статистика 1 652. 374 2 400. У нас 1 100. По навощи практически никто не стрелял. Здесь 2 миллиона. По стройке 8 800. У нас 900 тысяч меньше. 374 9 миллионов. 8 200. У нас самое маленькое уничтожение и стройка. Да, прилично мы так проседаем. Семистка настроить, что-то теперь я усомневаюсь в том, что мы так много настроим. Хотя давайте смотреть, почему бы и нет. Наша основная цель, чтобы 374 просел, а он проседает. Это самое главное. О, что-то там 373 так это активно набирает. Тоже активно набирает. Пошли до купания. Я думаю, тут сейчас самое интересное должно начаться. Нужно потратить молотки. Как бы да, их два. Больше нет. Смотрим. Прилично мы, конечно, проседаем, но 374 просел еще прилично. Цель опустить 374. Это то, что они нас атаковали. Было бы неплохо, да, если бы мы все-таки смогли осилить 376 просто стройкой. Так-то 232 остается. 50 тысяч. Ну-ка, справимся мы или нет? О, что-то мы там полетели так неплохо. Ну-ка, давай, может, все-таки справимся. Куча молотков сейчас просто сливается. Хотя они так-то тоже, смотри, как быстро бегут. 50 тысяч. 50, ровно 50 тысяч остается. Там кто-то их подсливает. Давай, 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 мы должны набрать. Чтобы потом ко мне не было предъяв, вот. Вот мои 5 выстрелов в 374. Давай, давай, у нас остается 30-40 тысяч. Вообще кропаль просто до первого места. Мы должны сейчас просто за минуту набрать. О, жесть какая, 40 косарей. Полторы минуты, 40 тысяч. Только не говорите, что у всех кончились молотки, это будет очень обидно. Если мы проиграем 40 тысяч. Так, что у нас там остается? 35 тысяч. 35 тысяч, 350 молотков. Я надеюсь, что у народа они есть. Давай, 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 давай. 30 тысяч. Минута времени. Нет, что-то они прям активно поехали вверх. Прям очень активно. Кто-то, походу, молотками закупился от души. Да нет, все, тут уже полтинник. Прям они очень хорошо в конце сливают.
там кто-то пальцем своим жмякает от души. Не, если бы мы по ним, конечно, стреляли, то можно было бы занять первое место. Нет, я, в принципе, доволен и вторым. Моя цель была 3-7-4 за их нехорошие действия. Пускай они вперед вырвутся, но это не самое страшное. Журнал строит 3-7-6. Покажи мне 3-7-6, что меня раздражаешь? У них там народу настроило прям очень прилично. Все, да? Или что, или еще не все? Все закончилось или нет? Не понимаю. Сбор с патронов. Награда победителя, скорее всего, выдастся просто через 5 минут. Но мы добились своего результата, и 3-7-4 остался в самом конце. У нас что еще? Нифига, у нас тут проатаковал, да? Прям очень так неплохо. Да я вам так могу рассказать, кто это. Кто там еще достраивает?